В субботу в 11 часу утра на окраине Ревды, в районе, который местные по старинке называют совхозом, двое 14-летних пацанов с утра порыбачили на пруду, а потом провалились под лед. Один из пацанов сам выбрался из полыньи, по-пластунски дополз до рыбаков, забрасывавших удочки с берега. И двое мужиков схватили лыжи рыбацкие и бросились спасать мальчика. Лыжи мужикам не помогли, вскоре они и сами оказались в ледяной воде. По словам ревдинки Виктории, которую цитирует местный портал, она часа два наблюдала за похождениями юных рыбаков. Естественно, пацанам очень быстро наскучило сидеть с удочками на берегу, и они решили погулять по тонкому льду. Бегали, резвились и топали, пока один за другим не провалились под лед. Женщина сразу же вызвала спасателей. Пятеро ревдинских огнеборцев оперативно примчались на берег, бросили на лед пожарные лестницы и ползком добрались до мужиков и мальца, барахтавшихся в воде. Товарищи с берега веревкой тащили по льду вместе с лестницами и спасателей, и спасенных. По прибытию к месту было обнаружено, что один ребенок эвакуировался самостоятельно, выброс. Один ребенок находится на льду. Двое взрослых, которые пытались его спасти, тоже провалились под лед. Личным составом были приняты решения о спасении с помощью ручных пожарных лестниц. В течение 5 минут все пострадавшие были спасены и переданы в скорую помощь. Как позже выяснили ревдинские газетчики, получившие информацию по своим каналам, после непредвиденного купания в ледяной воде у одного из мужчин вечером прихватило сердце, и его на скорую увезли в больницу с подозрением на инфаркт.